Итак, всем привет! Вы на канале Рикантона. И мы идем, соответственно, по следам Эвелины, так сказать, да? Сейчас мы все тут заберем, все, что здесь лежит. Соответственно, это гильза. Это экспоксид. Да, чудище. Чудище, хренудище. Мы его завалили. Все, идем сюда. Сейчас мы все это сложим. Так, потому что на самом деле все пригодится. Так. Так, возьмем. Пищевые, да, бабки. Так, соответственно, уберем их сюда. Так, экспоксид. Соответственно, порох, порох. Давайте порох. У нас просто 30 супер патронов наимощнейших, да? Так, лучшие пистолетные патроны. А пистолет М1, это мощный пистолет. Так, и теперь попробуем. Подождите, а красный экспоксид у нас есть? А я из него сделал ракету. Ладно, все, ничего страшного. То есть сначала сейчас будем стрелять обычными патронами. Все, идем, сохраняемся. Давайте, не будем тратить патроны, они на вес золота. Но их пока хватает. Так, отлично. Идем, сохранимся. Сохранимся. Так. Хорошо, когда можно сохраниться, да, вот так вот просто. Так, так, так. Ну а что, у меня гранатометные выстрелы, да, есть. Дробовик и пулемет. Все, идем сюда. Пистолет. Пистолет — это наше все. Ну, хотя бы тут издалека их можно расстрелять. Ха-ха-ха. Ништяк. Так. Так.
Так. Так, ну что, это уже, в принципе, дорога, скорее всего, в один конец. Поэтому идем, сохраняемся. Делаем аптечку очередную. Так, 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 так. А, бля, я чё, эпоксид убрал? Ладно, не делаем. А, пищевые добавки. Ну, давайте пищевые добавки хотя бы сделаем. Все они, конечно, есть. Травы и сильный экспоксид. А, ну пожалуйста, давай крутую аптечку сделаем. Так, я не сохранился. Все, погнали. Ну, я, кстати, уже неплохо вооружился, я считаю, вообще практически по максималу. В какой-то момент, мне кажется, здесь уже в подвал куда-то идем. Блин, страшно. Ребят, я назад. Тихо. Блин,
Смотрите, как я подгадал, а. Как чувствовал, блядь. Сейчас кто-то вылезет. Так, и что мне с этим делать, с одним патроном, да? Да жесть, блядь. Там вылезли сюда откуда-то, непонятно откуда, блять, они вылазят из-за спины, собаки заходят мне. Блять, здесь еще пройти нельзя было, тоже хиромантия какая-то. Чё? Здесь ничего нет. Блять, когда эта игра уже закончится? Так, ну что, ломанули, да? Ёб твою мать, блядь. Хоть ты рядом-то стоишь. Блядь, давайте повторим попытку. Что-то я тут реально прошляпил кого-то. Так, чем дальше дистанция, тем шире площадь поражения. Если вы хотите нанести большой урон врагам, подойдите как можно ближе с выстрелом. Ладно. Отлично. Отлично. Так, трава, трава. Thank you.
выкини патрон. Так. Ноут. Ребята, благодаря вам меня уже неделю как не беспокоят странные мысли. Теперь все нормально. Однако мама и папа в полной отключке. Любопытно, что вы запрограммировали всю эту семейную одержимость. Это пока, мягко говоря, хреновое. Эта сука Мия до сих пор пребывает где-то между счастливой стороной Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной, пришлось запереть ее в камере. Думает Мия ее мамочка. В общем, хреново у вас получилось биологическое оружие. Так, дальше. Семейная одержимость Эвелины выходит из-под контроля 1 сентября 2016 года. Она заставляет всех похищать все больше и больше бедолаг, чтобы добавить всю свою семью уродов. Ведь именно мне приходится почищать дерьмо, которое появляется как-то новое. Кстати, Эви вроде не здоровится, кожа у нее становится все более морщинистой, и волосы седеют. Так и должно быть. Она как будто внезапно постарела. Так, ладно. Так. Выходим. Чё? Блядь, что за херня? Разрушает клетки объектов, созданных из снова модель биологического оружия, ей использовать только для уничтожения объектов серии Е. Перед употреблением токсина необходимо стимулировать. А для этого поместите в контейнер с нетротоксином в образец клеток серии Е. Так, ладно. Нетроксин Е испытан для подбора дозы. 5 минут после введения дозы рвота. Так, таблетки, херетки, блять. Это все понятно. Так. Ну что, двигаемся. Так, конфиденциально. Это что такое неофициально? А, данный проект был инициирован в 2000 году в качестве одной из концепций инициативы РТССП. Отличная особенность данного проекта является способность обращать врагов-союзников в преображение враждебных элементов. Данный проект. Так, идем дальше. Для биологического оружия была выбрана стандартная внешность, первой особой серии Е. Необходимо также иметь, что мутогрипп Эвелины обладает способностью подчинять себе тело и разум особого хозяина. Короче, проводились какие-то испытания. Расспросы субъектов, находящихся на ранних стадиях заражения, показали, что первое имя фантома Эвелины кажется обычной маленькой девочкой, жаждущей дружбы или помощи. Однако со временем она становится все более агрессивной и требовательной. Она приказывает субъекту наносить себе увечья или нападать на окружающих. Психический шок, испытываемый субъектами от совершенного, позволяет Эвелине обрушить их естественно ментальные барьеры и начать психическую обработку. Короче, это жесть, ребята, это просто жесть. Да. Это детка, да. Так. Гранатометные припасы. Наверное, видимо, уже это все. Это финал миссии. Соответственно, гранатомет нам уже тут очень необходим. Так.
куда идти-то? А, мы не взяли какой-то токсин. Нет, это токсин. Так, специальная ссылка для уничтожения подобных серии Е. Инъекция препарата уничтожит тавелину. Убейте тавелину или нет, это токсином. Ну все, ребята, это походу уже все. Конец, конец главы. Фух, перед финальной битвой. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.